Дорогие анапчане, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Эти долгожданные, всеми любимые праздники, наполненные ожиданием чуда и радостных встреч с самыми близкими людьми. В эти дни мы обычно подводим итоги уходящего года и строим планы на грядущий. Для Анапы 2018 год во многом стал переломным. Это в первую очередь касается социальной политики. Мы начали активную работу по сокращению очередей в детских садах. И впервые с 92 года сдвинули с мертвой точки школьную проблему. Сейчас в Анапе достраиваются детские садики «Орленок» и «Лазурный». Они будут сданы в следующем году. Возводим пристройку к садику «Зоренька» в Суко. Начались работы по возведению двух новых садов в хуторе Воскресенском и на Анапском шоссе. А в 2019 году мы приступим к строительству еще одного садика в третьем микрорайоне. На территории 6-й школы возведем новый корпус для начальных классов. Начнем строительство школы на 1550 мест в микрорайоне Горгипия. Прошел госэкспертизу проект школы на 1100 мест на улице Спортивной. И будем добиваться ее строительства. Ведем переговоры о строительстве еще одной школы на Симферопольском шоссе. В наших планах открытие офиса врачей общей практики в Чиконе, строительство такого же в Усатовой Балке, открытие универсального спорткомплекса в 21-й школе станицы Анапской, строительство спортплощадок в Большом Разноколе и Благовещенской. Начнем строить дворец бракосочетания рядом с парком Ореховой рощи. Это объект Анапе просто необходим. Серьезные работы предстоят в сфере благоустройства. Средства курортного сбора направим на развитие курортной инфраструктуры, реконструкцию набережной, украшение города малыми архитектурными формами, обновление подсветки. Чтобы бороться с пробками, мы намерены до начала курортного сезона расширить Симферопольское шоссе, построив четвертую полосу от города до Россиянки, с обустройством там полноценного дорожного кольца. А сейчас уже ведем расширение улиц Крылова и Ленина. Еще 4 дворовые территории будут благоустраивать в рамках проекта по формированию современной городской среды. Продолжим с новыми силами кампанию по озеленению курорта. И это только часть планов, которые нам с вами предстоит воплотить в жизнь. Дорогие друзья, я сердечно благодарю всех вас за личный вклад в развитие любимого города. Все перемены к лучшему в жизни нашего курорта – результат работы всех анапчан. Пусть Новый год будет успешным для каждой анапской семьи. Пусть в домах царят мир и согласие, тепло и уют. И пусть наш город процветает на радость всем нам и миллионам наших гостей.